Друзья, всем привет! Я сегодня к вам с новым мастер-классом очень объемного узора спицами. Вот такое вот интересное собрание фисташек, шишечек, назовите как угодно, на выходе превращаются в классную, приятную фактурную поверхность. Сразу предупреждаю, что расход пряжи в разы увеличивается таким способом, если вы будете вязать, но я думаю, результат того стоит. Итак, раппорт нашего узора 2 петли и 4 ряда. Я начинаю показывать, как провязывать первый ряд раппорта. Итак, снимаем кромочную. Далее вводим спицу сразу в 2 петли, вытягиваем нить, делаем накид. Еще раз вводим, вытягиваем нить, делаем накид. И в итоге провязываем первую петлю лицевой. Вводим сразу в 2 петли, повторяем комбинацию, вытягиваем нить, делаем накид, еще раз вытягиваем нить, делаем накид, оставляем только первую петлю на спице и провязываем ее лицевой. Повторяем манипуляцию. Итак, это был у нас первый ряд. Провязываем таким образом его до конца. Далее переходим ко второму ряду. Я снимаю также кромочную петлю. Далее у нас пойдет одна изнаночная и 4 петли вместе мы провязываем лицевой. У нас сформируется наша фисташка. Изнаночная и 4 петли вместе лицевой. Это будет наш второй ряд. Переходим к третьему, и его мы будем вязать изнаночными петлями. И четвертый заключительный ряд мы провязываем лицевыми. Итак, наш объемный узор готов. Еще раз продемонстрирую его классную такую структуру. Можно вязать все, что угодно, начиная от кардиганов, заканчивая пледами, на ваше усмотрение. Друзья, если вам понравился мастер-класс, поставьте обязательно лайк, напишите позитивный комментарий и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего настроения!